забивает. Кажется, мог ловить. И Шевченко заколачивает мяч в ворота команды «Спартак-2». Да, вот забери, Филиппов, мяч руками. Не отбивай его кулаком, ничего бы этого не было. Горбанец. О, хорошая передача. Форбс разыгрывает мяч Шевченко. И счет становится 2-0. В пользу команды «Арсенал». Но теперь точно Шевченко. Головой. Савич собрался исполнять. На дальнюю штангу Лисенков, перекладина. А Пуцко не смог пробить, зато пробил Кутин. 2-1. На 61-й минуте Спартак отыгрывает один мяч.